В эти выходные в стране отметят День местного самоуправления. Поздравления с профессиональным праздником муниципальные служащие Чувашии принимали сегодня. На торжественном собрании глава республики обозначил и приоритетные задачи для органов власти. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Роль муниципальной службы трудно переоценить. Ключевая задача тех, кто работает на руководящих постах в районах, городах и селах – создавать комфортную среду. Запросы к органам власти растут, отмечает глава региона. Касаясь государственной поддержки, более чем 20 миллиардов рублей в этом году направляем в муниципальное образование. Таких финансовых средств муниципалитетам никогда не направляли. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы особое внимание, особый приоритет отдаем муниципалитетам, населенным пунктам, городским округам для того, чтобы вопросами благоустройства, вопросами жизнеобеспечения, вопросами жилищно-коммунального хозяйства каждый день необходимо заниматься. В эффективно работающих муниципалитетах и инвесторы встают в очередь. Новые проекты – это рабочие места и стабильные налоги в бюджет. Ну, это благополучие семей и вообще развитие всего района. Очень серьезные задачи стоят. Дело в том, что по сельскому хозяйству на сегодняшний день к нам должны войти агрофирма «Альдеевская», которая, значит, планирует построить на наших землях. Кстати, хотел обратить внимание именно на землях, которые ранее считались у нас необрабатываемыми. Значит, комплекс для разведения КРС на 1200 голов. Земельные участки – доходная база. Залежных полей в республике не должно оставаться. Такую задачу перед властями муниципалитетов поставил глава региона. В Красноармейском районе эту проблему намерены решить до конца этого года. Мы начали эту работу еще зимой. Со всеми субъектами хозяйствующими, это значит и фермеры, и хозяйство, из 17 тысяч, где-то около 3 тысяч не оформлено. Задача поставлена, значит, до конца весенне-полевых работ мы это все закончим. И дополнительно бюджет района поступит где-то 1 100 000. Органы власти и местные жители работают сообща. Эффективным инструментом развития муниципалитетов стала программа общественных инициатив. Глава республики отметил, что в этом году предстоит реализовать более 600 проектов. И тем самым мы быстрее можем реализовать в реальной жизни правоприменительной практике все те предложения, просьбы наших жителей. Мы как одна управленческая команда работаем на повышение качества жизни жителей. Лучшим работникам местного самоуправления вручили благодарности, почетные грамоты и знаки отличия за безупречную муниципальную службу. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика.